В этот раз отметились два господина Дек Дмитр. Спасибо за видео, нравится AI Battle с твоими комментариями. Сила! Ух! Спасибо огромное за донатик. И еще один донатик от товарища Сталина. Мастер Роджо, научи карты копировать из одного режима в другой, например, из экономической компании в свободное строительство. Не, ну делать, конечно, отдельный ролик по такой ерундовой вещи — это бред, но кажется, наверное, все же стоит показать, потому что разблокировка карт и их перенос на Alt, по-моему, кома, если я не ошибаюсь. Это не так сложно, ну и там может быть еще что-нибудь с сохранениями помутим. Короче, попробую сделать ролик. Ожидай. Наверняка в детстве у каждого из вас была какая-то своя мечта, связанная с этой игрой. Кто-то хотел узреть викингов, кто-то корабельное дело и рыбный промысел, а кто-то жаждал пройти игру одним лордом. И речь сейчас даже не о вашем великолепном темном картоделе. Ну что, бахнем прохождение одним лордом? С вами Роджан, стартуем! Я сказал, стартуем! В первой же миссии мы начинаем неистово использовать преимущество работяг с топорами против султана, а лордом сносим ему казарму. Позже начинается абсолютная вакханалия в замке у султана, можете взглянуть. Кто-то горит, кто-то отбивается от львов, кто-то ломает казарму, кто-то стоит. Ни хрена непонятно, но очень интересно, не так ли? Главное, мы не потратили множество хп нашего лорда, чтобы убить султана. А еще нам повезло, что остался один огнеметатель, хотя даже если их было бы 2 или 3, в принципе ничего бы не поменялось. Ждем окончания пожара. A few moments later. И влетаем к султану на цитадель. Причем в уголок, чтобы нормально драться с его войсками, а не с ним. И только после успокоения всех приступаем к султану. Ух, вроде прошли. Миссия 2 с калифом. И вот здесь уже я столкнулся с главной проблемой. А как, собственно, можно это пройти, когда лорд у калифа имеет ровно идентичное количество жизней? Без ошибок? Да никак! Огнеметатели стоят на цитадели мертво, их никак оттуда не снять, только лордом. А они, в свою очередь, делают 2 дырки своими кинжалами. А лорд Калифа продолжает. Напоминаю, что есть еще палаш у арабских мечников, и они также стоят на этой самой цитадели. Ну вот и как бы... И это все прохождение лордом получается? Не, ну, конечно, можно еще пройти миссию 27 арабские ночи, только лордом. Подобное прохождение уже даже есть на канале, можете ознакомиться. Ну что, даем лорду суперсилу. It's over 9000! Just do it! Ладно, не 9000, всего лишь x10. Теперь лорд стал аниме, так что продолжаем. Основное правило данного членжа — не блокировать строительство боту основных зданий, казарм, оружейек и тому подобного, а заодно вообще не блокировать самого бота. Забыл напомнить, моим ассистентом в подобных тестах стал создатель одного из самых сложнейших челленджей в экстрим, месье Кот. Как говорится, от создателей 12-й миссии. Да, хозяин! Как вы видите, во второй миссии все очень просто. Когда лорд стал аниме. Так что идем на третью. Выбираем лорда, ломаем стену желтому калифу и в это время выпаливаем зданиями синего калифа. Ох, как хорошо горит, чертовка. У желтого калифа нас нормально так встретят, поэтому ломаем лица всем его воинам и ему самому. Синий все еще горит, так что не теряем времени. Минус башня, плюс калиф копилочку. Конечно же, врываться в лорда с двух ног не стоит. Только если это не Дарк Лорд. Крушим всю армию синего братка, гасим его самого и переходим к шашлычку из свинины. Миссия 4. Много-много лесопилок, да и они, впрочем, не нужны. Шинкуем овощи.
Нарезаем свининку, и шашлычок готов. Вуаля! Муа! Правда, одноглазые захотели присоединиться к пирушке на пятой карте. Первым за базар отвечает синий змей. А затем можно выбирать, но удобнее будет закончить с оранжевеньким. А потом закончить еще и с желтым. Не забываем перегородить их сильными мускулистыми мужиками, чтобы одноглазые начали думать о них, а не о вашем главном качке. Оу. Оказалось, что волк прознал про все это веселье, так что вы берете с собой Льва Толстого и идете смотреть волку в его наглые глазенки. Или может быть один Дарк глазик? Фига, он решил даже выйти с вами раз на раз. О, сразу видно, живет по понятиям, умирает по глупости. Понимаю. Но на колени я падать не собираюсь. Кто следующий? Два пустынных данжен-мастера? Босс нашей качалки в наглую вваливается в раздевалку синего калифа в окружении своих верных слейв с топорами и грузчиков с палками. Желтый калиф охреневает от происходящего, пробует жижечку из напалма поутру. И оказывается побежденным. Вроде пока что все изи. Хорошо, битва номер 8. Четыре новеньких баддис решили попонтоваться в этой качалке. Поставить их на место у нашего босса хватит сил, так что оставлю фул без комментариев. Послание от крыса. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя. Послание от крысы. Твои планы сработали безупречно. У тебя нет ни шанса. Крыса. Пожалуйста. Пожалуйста. Сработали безупречно. У тебя нет ни шанса. Это нельзя здесь разместить, милорд. Послание от крысы. Нет, свободных людей на этой работе. Карта 9. Оказывается, мудрому арабскому повелителю все это конкретно так не понравилось, так что идем напролом выбивать из Джаброни все дерьмо. Местные слейвс тоже хотят вмешаться, но ничего не выходит. Саладину не нравится такое унижение на глазах у своих подданных. Поэтому он зовет султана на вечериночку. Но реванш будет только в следующий раз. Благодарю за просмотр, с вами был Роджер. Надеюсь, что вам понравилось прохождение одним лордом. Оно будет продолжаться. Спасибо вам огромное за 15 тысяч подписоты. Ну и не ленись, и подпишись все-таки на канал. 16-ку тоже нужно набить. Ну и пока-пока, до следующего ролика. Hit it, I sing, buddy.